Ну, народ, здорово. Так, что могу я сказать такого интересненького? Ну, во-первых, сделаем вот так вот. Это раз. Так, да. Для лаборатории нам попадаются запчасти вот здесь. Немного у меня их накопилось. Но все-таки лабораторию надо покочегарить. Еще раз покочегарить. Так, у меня тут... О, что-то есть еще. Эй, закончили. Ой-ой-ой. Ладно, давай попробуем что-нибудь изучить попроще. Так, давай здесь шестерочку, здесь тогда мы оставляем пятерочку. Нет, здесь тогда семерочку делаем. А здесь девяточку. Да, нельзя. Да, мы как бы полностью ее прошли, но мне интересно, может еще какую-нибудь картинку выберем. Какой-то поиск уже есть. Да ладно, что, вообще ничего, что ли, нет? Гонишь. Кажется, вообще ничего нету. Да, ну понятно, мы лабу всю прошли, да? Да ладно, гонишь. Не могли мы все пройти. А, так мы ее всю прошли реально. О, блин. Черт. Овлом. Да, это немного как-то ударило мне по печени, больно, кстати, и неприятно. Так, ладно, идем-ка сюда. Надо потом будет не забывать заходить, мне вот эти сундучки открывать. Так, инвентарь. Ничего мне по инвентарю. Но. Кто-то есть. Так, ты у нас там как? О, у тебя предел уже, когда это стало? Так, что-то появилось у нас там. Может, смогу еще пару карточек героя взять. Было бы неплохо. А, да, я вчера ночью-то не заходил. Вот они и накопились. Ну ладно, не проблема. Так, комплит. Edit Pharma. Friendship Point один тайм, окей. 62, жалко. Так, надо друзей будет потом поудалять, я все забываю. Склероз. Так, ну что у нас тут? Мы можем уровень поднять, да? Круто. Имеет ли это сейчас смысл вообще? Ну ладно, давай танку что-нибудь поднимем. Домкратом. Мы тебя можем приодеть? Серьезно? Ух ты. Я смотрю, у нас тут нехило обновочка подъехала. Так, ну сначала тогда бойцов ближнего боя мы откучегариваем. Они немножко поважнее будут. Как ни крути. Ни хрена, тут у него хорошая обновка подъехала. Так, да, надо будет по шахте
пробздеться. Так, and change gear. Так, нам бы, да, реально что-то улучшить. В первую очередь, ну, тебе разве что улучшать что-нибудь. Так, нам хватит? Ой, тут хватает по полной. По максимуму вообще улучшаем, без разговоров. У нас тут всякого хлама хватает. Надо бы от него потом будет поизбавляться. Но мне денег бы не хватит просто. Так что тут да, проблема немножко в другом. Мне сейчас нужно зайти и подкупить вот это. Ага, кстати, она тяжело стоит. Но это я брать не буду, смысла от этого я не вижу. Так, челлендж, один тайм. Так, о, на арене можно покуковать. Призывать юнита можно еще. Так, арена. Вот арена, да, нужно посмотреть. Так, 225 у меня. 142. Так, 137 у нас есть. 157. Блин, я никого тут толком не могу пока одолеть, это хреново. Mission start. Я бы свое место там упорно задерживаю. А хотя погоди-ка. Мы можем посмотреть более сильного противника. Давай посмотрим более сильного противника. В принципе, то если так вот посудить, 142, 193, погоди, стоп, что? 137, да? 193 место. Вот это интересно, дядя. Привет. Ты немножко слабее ориентировал. Ой-ой-ой-ой, у него ни хрена там хиллер. У него второй, что ли, два хиллера? Так, а у меня по скиллам тут только ракетный удар, да? Я не уверен, что смогу справиться с ним. Давай попробуем, в общем-то. Да, хиллер, конечно, у него имбовый друг. Это у него красный хиллер, остальные все просто говнецо. Любопытно, он себе поставил расстановочку. Так. А здесь у нас что вытворяет? Ага, вот это вот красное. Ой-ой-ой-ой-ой, еще и снайпер, который уберет мою. Давай посмотрим. Mission start. Любопытно будет. Так, все, сразу ушатал. В принципе, неудивительно. Это сейчас так долбанет, что у меня полвоська счесали, да? А, нет, смотри, мы его одолеваем, что ли? Не. Это вообще-то любопытный бой был. Тут уже до красных прокачался, прикольно. То есть как халтурит, понятно, да? Так, 209, 143. Вот примерно равный мне. Сейчас посмотрим, насколько равный. Но опять же, видишь, вот 140 уровень. Еще она к тому же красная. Но эти все фиолетовые. Блин. Давай попробуем, очень интересно. Кого на своей молнии убьет, вот в чем вопрос. Mission complete.
Молния на меня не смогла всех сразу ушатать. Почему-то молния у меня прошла мимо второго ряда, что не обратил внимания. Это забавно. Так, 198... А, мы ранг подняли, кстати. Так, ну тут 150 и... Так, здесь снайпера нету, у него не полный состав. Кстати, Mission. Можно попробовать. Start. Она очень начинает рано стрелять почему-то. Кстати говоря. Вот она начинает практически... Она практически моментально этого обменца стреляла. Это любопытно. Так, а вот теперь челлендж, который меня до сих пор бесит. Раунд 1. Мне тут еще чесать, чесать и чесать, и у каждого здесь по боссу. Может, это NPC? Я вы издеваетесь. Не, ну это шутка какая-то или как? Я вообще не понимаю уже. Нет, слушай, нормальные игроки тоже присутствуют. Здесь бессмысленно смотреть пока что, что мы реально равными силами. Ну, не равными силами, да. О, 112, а вот это уже где-то рядом со мной, да? Так, возможно было бы. Round one. Victory. Что такое-то? Как эта игра распределяет всех? Не объяснит. Round one. Victory. И не смогли сюда добраться. А, у меня кончились эти. Через сколько эта хрена тень закончится? А, ну еще долго. Я смогу куда-нибудь тут пробиться. Не, ну хотя это, слушай, все очень странно. Я вот не совсем понимаю. Ну, арена 3 на 3. Вот это чисто донатерное, говорил я уже много раз. Она меня прикалывает до сих пор. Это, конечно, очень злющая арена. Арена только для элиты, так сказать. Хотя... Так. Summon Complete Game Grid... Чего? Так, все, гуд пока что. Рейдим тут. О! Может, кому-нибудь обновочки будут. Хотя у меня, честно говоря, спехи лучше выпадают через АФК. Так, секретная арена. Закрытый коридор. Ну, это я вряд ли одолею. Тут можно и не спорить, но попробовать стоит. Пойдем в шахту. Я сильно не повысил всех героев, так что, ну да, мне это начинают. Эта красная скотина, конечно, сейчас мне быстро оприходует машинку. Mission failed. Ничего удивительного нету, кто бы сомневался.
Так, ладно. Пробовать стоило. Ага, то есть Game Invasion у меня осталась вот эта вот ерундовина. Так, давай пройдемся. Может быть, что-нибудь здесь и сможем путного выбить себе. Это было бы неплохо. Mission complete! Mission start! Здесь интересно с людьми реально воевать на арене. Даже проигрывать интересно. Mission complete. На других аренах, к сожалению, такого нету. Там только и делаешь, что проигрываешь и никакого от этого даже удовольствия не получаешь. Здесь он проиграл, прикольно. Mission start. Mission complete. Так, ну вот кого прокачивать потом — вопрос хороший. Сначала надо здесь до предела хотя бы дойти. Ну или все очки растратить. Mission start. О, отлично, третья карточка, это очень важно, это очень нужно. Mission start. В первую очередь будем стараться ее прокачать. Mission complete. Это я уже понял. Ну ничего, пока опасного для меня нет. Start. Mission complete. Так, они тут по два уровня растут. Это интереснее. Mission start. Mission complete. Погнали. Mission start. Mission complete.
Mission start. Я смогу эту бабенцию поднять. Так, последний. Я пока эти баночки расходовать не буду, потому что это ей бы не помешало. В первую очередь. Жизненным продлил сильно. Mission complete. А мы проходим вот так вот. Потом вот эти вот. Okay. Штучки, дрючки, ёлка-пучки. Так, комплит. Так, Summon Unit, Mind Treasure Difficulty. Да, Mind Treasure тоже нужно, но не это. Что значит? Они совсем издеваются. Не, ну хотя мне полазить-то, в принципе, интересно, но... У меня, во-первых, еще не все юниты в легендарке. Начнем с этого. И я сомневаюсь, что я здесь что-то смогу вообще, в принципе, сделать. Страдать ерунду я точно уж не намерен. Давай-ка мы змейка тебя прибьем. Почему эти юниты в виде змеи отображаются? Я вот понять не могу. Вот это вот странно, по-моему. Mission complete. Mission start. Готово. Mission complete. Так, ладно, давай-ка боссом сейчас займемся. Здорово, Басицкий. Подгони мне что-нибудь, что мне пригодится. Mission. Чувствую, реально придется покупать это. Хотя нет. Это вряд ли тоже. Mission complete. Так, какую выбираем? Третью. Как зараза. Хер не удала. А ладно. Так, иди сюда. И змейка. Mission start. Mission complete. Может, здесь хоть что-то выпадет. Mission start. Вторую выберем.
Mission complete! Так, а вот здесь вообще-то единственный прикол в том, что надо было сначала босса пинать, потом уже змею. Так, здесь мы выбираем... Ага. Мы атаку на 24% подняли. Так, здесь так, так, так. Да, 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 да. Робот Кия-Кия. Давай-ка к нему сходим. Ну, привет, Мишин, старт! Помните, что было до фикса? У него один ракетный удар, и все практически трупы. Мишин, да, пофиксили его хорошо. Берем четвертый. Это зараза. Mission start. Зараза, зараза, зараза. Mission complete. Так, ну куда? Кому вставим? Okay. Да, у нас еще вот эта вот хренотень есть. Кому мы, спрашивается, сейчас вставим новую обновочку? Так, мне нужно делать что-то с этой барышней. Хотя с ней уже ничего не сделаешь. Медицина бессильна. Так. Вообще-то я могу попробовать. Это у нас ХП давал, да? Это у нас дает ХП тоже. Да, ни хрена себе. ХП она дает, она так дает, что главное бы схватить и убежать. Ничего себе. Вот такого я не ожидал. Че она так до хрена-то дала? Так, мы можем кого сейчас прокачать? Ну, во-первых, ее до 140-го наконец-таки довести можем. Юнит макс левел. А, ну ладно. Пофиг то, что это юнит макс левел. Со временем прокачаем, у нас тут еще дофига. Занятий. Как танк. Одеть. Это у нас ХП, да? Все правильно. Так, деф есть. Нет, еще одно ХП мне не нужно. Еще одно ХП мы сделаем сейчас, знаешь, кому? Так. Raving People, где у нас? Вот он. Ну, вообще ничего не надо. У него все практически есть. Ну, тогда тебе делаем еще одно ХП. Иду положим. Так, и кому еще нам тут не повредит? Ну, в принципе, она у нас такой странный боец, и ни ближнего, и ни дальнего боя. Вот ей ставим. Воительница с сиськами, да? Это у нас что мы можем модифицировать кому? Ну, насчет этого тоже надо будет подумать потом. Мне пока это, в принципе, все не горит, модификация. И так все хорошо проходится.
Просто на ура. Так, юзаем. Повезет, не повезет, а? Пожалуйста, выбейте мне эту красную козлину. Да уж, пока не везет вообще. Самое хреновое, что я ее нигде не вижу. Мне ей придется, походу, заменять дядьку бегущим. Неприятная идея, дилемка. Но опять же, это все то, что мне не нужно. Так, сколько у меня фракционов призывало, кстати, о птичках? Я же там их вроде копил. Это все то, что мне пока не нужно. Через сколько они обновятся? Okay. Вот не знаю, что тут можно приобрести себе полезного-то, а? Так, здесь ничего, ничего. Ну хорошо, здесь тогда оставим это в покое. Хотя единственное, что здесь полезное, в действительности, я могу себе приобрести вот эту хренотень. Как это я в покое могу оставить, когда больше ничего толкового нету? Я вообще гений, по-моему. Так, бронзовую медальку могу еще одну запендюрить. Вау. И все. И гордиться до пенсии этим, да? Так, заберемся. Все понятно, это донаторная вся фишка. Так. А давай-ка мы посмотрим, во-первых, по инвентарю, что у нас, в принципе, здесь имеется. Золото. О, вот это вот может пригодиться. Кстати говоря, давай-ка мы это используемся. Я вот только забываю бывает. Потому что у нас есть довольно-таки неплохие аппетитные вещи. Такс, это у нас тут 4 косаря. Так, сейчас будем улучшать просто по максимуму все, что мы можем. Да ты издеваешься. Серьезно? Обалдеть. Я-то думал, будет покруче. Давай с инвентаря вытаскиваем все золотишко. Не ожидал. Не, хотя ожидал, если честно. Кидаем насколько можем.
Такс, сказал беднякс. 140 левел максимум, у этого тоже 140. Но нам... Нет, не максимум. Там такие уже суммы требуются, что ядрить напополам. Так, вот теперь, конечно, вопрос хороший, это серьезный будет. О, могу тебя подпрядить. Ну ладно. Нам нужно по компании попробовать прошибдеться. Давай отомстим тому, кто нас обижал. И надеюсь, я смогу это сделать. 11-12, да? Идет. Mission start. Правда, не уверен, что смогу. Не, хотя мы ее усилили, теперь более лучше. Ну правда, мы и ХП добавили, там ни хрена себе. Mission complete. Все, месть свершилась. Ладно, народ, я на этом закончу. В следующей серии пойдем дальше, попробуем поизвращаться, изгаляться. Всем удачи, всем пока.